Мои хорошие, хотела дать сегодня деткам или киви, или ананас, но прочла, что его, оказывается, нельзя маленьким детишкам. Очень аллергичен, аллергию может вызвать. Даже если, ну, ребенок не аллергичен, то он может вызвать реакцию. Конечно же, я не рискну. Как можно дольше не буду давать эти фрукты. Зихра только проснулась, капризничает. Уйди, улегай. Сейчас я тебе покажу. Я сейчас покажу, какая ты некрасивая, когда капризничаешь. Айд собирается уползти к проводам. Аслан, ты куда собираешься ползти? К проводам? Да? Зира? Зира, ты хочешь рассказать, что тебе приснилось? Что приснилось тебе? Короче, вот так вот. Сколько бы там ни было витамина С в этом киви, давать, оказывается, нельзя. Съем сама, что делать? Ананас оставлю мужу. Ананас я не люблю вообще, вообще, вообще. А вы со скольки месяцев водили? Со скольки месяцев? С какого возраста водили детям вот эти фрукты? Ананас и киви. Еще клубника интересует. Ба. Мне мама давала клубнику, когда я была маленькая, месяцев с 8-9, и я, говорит, ее очень любила и ела, ничего не было. Ну вот, я пока не рискую. Ашка, Ашка. Ашка, так. Tamam gördüm. Rahatsız. Rahatsız. Ее папочка пришел домой. Что вы говорите? У них обнимашки. А артык телефону gördü. Пупсик, кто делает мяу? Мяу, кто делает мяу? Кто делает мяу? Кто делает мяу? Мяу! А кто делает гав-гав-гав? Гав-гав-гав! Aslana benziyor. He? Aslana benziyor mu başladı? He. Değil mi? Benzik. Bak Allah Allah. Bu ne aslan aslana ise bak hocam. Güzelliğe bak, güzelliğe. Kulaklar olmasın sadece. Evet, o da biraz olacak gibi. Açılmaya başladı. Yok yok yok, o hep aynı. Açılıyor. Eskiden bu kadar değildi. Я говорю, главное, чтобы уши не были, говорю, как у Асланчика. Девочка мне бабасының подходит. Кызы бу, я. Бабасының принцессы бу. Принцесс. Ага. Деме, принцесс. Принцесс, деме, кызы. Ты принцесса, да? Папа говорит, что ты принцесса. Принцесс. Да? Принцесс. Принцесс. Yerim o gözlerini senin. Yerim o burnunu senin. Bak ya bu telefon, telefon, telefon. Ne var? Sen büyük, ben seni alacağım. Bak en iyisini alacağım hem de. En iyisini. En güzelini alacağım ben sana. Нравится тебе, да? Нравится. Но ножками дергать ты не забывай. Стой, стой, ты моя энергичная девочка. Вот так, вот так. На. Не хочешь? Не нравится она тебе? Да. Не хочешь, да? Какая ты умная. Пиу, пиу. На.
Нет, эту ты не хочешь. На это. Эту? Эту тоже не хочешь? Ты ничего не хочешь. А что ты хочешь? Да? А салфетки? Салфетки вообще может быть. Да? Да? Привет-привет, мои хорошие. Сейчас я буду готовить завтрак. На завтрак у меня сегодня будет лепешка с начинкой. Для начинки я взяла творог. В Турции называется лор пейнир. Я беру не соленый, такой не сильно суховатый. Зеленый лук обычный. Кусочки сливочного масла все закидала. Но лучше растопить, у меня времени нет. И яичко. Ну и соль. Можете еще специи какие-нибудь накидать, какие вы любите. Вот это все размешать. И есть у меня вот такие лепешки, я их купила в метро. Такие раньше продавали в Биме, я делала постоянно пиццу из нее. Чуть в последнее время не нахожу. Наполовину лепешки укладываю начинку, вторую половину просто вот так прикрываю и на раскаленную сковороду на маленький огонь. Вот и все. Мои все спят. Мои хорошие, 4 часа, и я только уложила детей после массажа. Они только заснули, представляете? Массаж закончился у дочери где-то в 12:20. В 11 пришла массажистка, дети спали. Потом она подождала, пока они проснутся. Но в 12:20 где-то закончился массаж. Уснули где-то через час, вот 13:20. И вот только в 4 часа я их смогла уложить спать. Но это потому, что они спали допоздна. Точнее, до обеда. Где-то 11:30 они проснулись у меня. Сынули вообще к 12 проснулся. И сейчас я села, решила заняться дочкиным платьюшком. Платьюшко. Я знаю, что нет такого слова, но мне оно нравится. Вот я покупала ей недавно. Оно идет с этими, с лосинками или с бриджиками. И вот видите, я снизу отпустила немножко. Вот хочу сделать его длиннее, потому что даже на мою маленькую дочь оно очень короткое. Это, видимо, не платье, а туника, хотя написано, что это платье. Да. На рост 62 сантиметра. У моей дочери сейчас где-то 64, наверное, 65. И вот я решила его удлинить, пока есть свободное время. Мне этого времени так мало. Вот. Остался у нас только один день массажа. Вот сегодня был 14, завтра 15, и все. Третий курс на этом закончится. Четвертый курс, наверное, я сынули делать не буду, потому что у него машалла, все прекрасно. Он догнал сверстника, и все хорошо. А дочери, скорее всего, буду делать, потому что она мне все равно еще слабоватая. Пока она не догонит, я буду заниматься ею. Вот. Очень хочу спать. Я не знаю, хоть ребенок всю ночь спит, вот вчера сынуля ночью спал с нами. Хоть ребенок, он за ночь, он не проснулся ни разу, чтобы вот глазки открыть, проснуться, но просыпался, так знаете, что-то там ныл, так кряхтел, и я ему то водичку давала, то соску давала, то поправляла его, потому что он крутится вот так вот, когда спит. И получается, что ты все равно не высыпаешься, когда ребенок рядом спит. Мне интересно, вот мамы, которые годами спят с детьми, то не с одним, а даже с двумя, как вы потом себя целый день чувствуете, мои хорошие? Я с одним сплю, и то, ну, мы вдвоем с мужем на кровати, ребенок посередине, и то я стою, как бы я не высыпаюсь. Хоть как бы у меня есть несколько часов поспать, я не высыпаюсь. Еще я заметила такую вещь, знаете, когда я укладываю детей спать, уложу их, иногда бывает, они в 11 засыпают, иногда 11:30, иногда 12, реже где-то к часу, ну, где-то в среднем 12 засыпают они. У меня сон как рукой носит. А когда я пытаюсь их уложить, я сама бываю вот такая, в детской кровати с дочерью засыпаю. А потом, когда они уснут, сон как рукой сняло. Нету его. Где-то до 2 часов я бываю вот бодрствую.
То я монтирую видео, то занимаюсь домашними делами, быстренько полы протру, чтобы утром их не протереть, там посуду домой, что-то. Ну, что-то всегда находится, что делать, да? Но факт в том, что ты за целый день устаешь, выматываешься, ждешь, пока уложишь детей вот такая вот уже кривая, косая, вот уже засыпаешь сама, а они еще на тебя вот так смотрят. И когда они заснули, все, у тебя сон пропадает. У меня, по крайней мере, так. Где-то часов до двух, ну, где-то до полтретьего максимум у меня вот так происходит. Вот так вот, мои хорошие. Ладно, не буду много времени тратить на болтологи, надо успеть платье прошить. Итак, мои хорошие, закончила я шить платье. Кстати, все хорошо получилось. Потом вы, естественно, увидите. Еще я в подол платья шила резиночку. Обычная резинка. И чтобы подол так красиво стоял. Не свисал. А вот. Потом попила чаю. Там стакан мой. Сладости. Этот заловка приносила сладости из кокосовой стружки сверху, шоколадом политой. Несколько дней в холодильнике стоял. Сегодня решила закончить. Прилегла, пока есть возможность. Что хотела сказать? Что-то хотела сказать. Я же не просто так камеру открыла. По поводу мамы моей. Постоянный вопрос, как там моя мама, скучает она за детками, не скучает, мы общаемся, мы не общаемся и так далее. Естественно, мы общаемся. Почти каждый день на видеосвязи, в WhatsApp. Ну, редко бывает, что один день не поговорили, когда там она занята или у меня не получилось и так далее, да? Так, дети спят, я прослушиваюсь. Вот, так что мы на связи. Дети узнают ее сразу, голос ее сразу узнают. Любят с ней общаться. Ну, как общаться? Что они там общаются-то? Сынуля, как обычно, пытается телефон у меня выкрасть. А дочь вылупится, вот так вот смотрит на бабулю. Ну, короче, они ее узнают, и, естественно, на нее не забыли. Связь мы поддерживаем. И, конечно же, она скучает. Там спрашивает, ваша мама скучает, не скучает? Естественно, скучает. Это настолько элементарно, я даже, честно сказать, на такие вопросы в комментариях не отвечаю, потому что это элементарно. Конечно же, бабуля скучает за своими внуками и за единственными пока внуками. Почему я говорю пока? Потому что моя мамуля женила недавно брата. Да-да, я об этом не говорила в видео, в Инстаграме публиковала фото. Где-то неделя, по-моему, прошла, 19 числа, 19 апреля. Мой брат женился, свадьбы не было, так как это и его, и невесты второй брак, сделали мавлид. И все. Так что мой брат теперь уже женатый. И не знаю, сможет моя мама приехать или нет. Не это была самая главная причина, почему она не едет. Там у нее неполадки с документами. Поэтому не свадьба, не брат был причиной. Как выяснилось, неполадки есть с документами. Вот. Так что все хорошо у моей мамы. Мы общаемся. Она очень скучает, естественно. Как только или у меня, или у нее появится возможность, конечно же, организуем встречу с внуками. Вот так вот. Все, мои хорошие, закрываюсь. Хотя бы полчаса, если у меня получится поспать, это будет просто супер. У меня там стоит гора Глашки, но я не могу гладить, пока дети спят, потому что у меня шумит утюг. Он вообще такая модель утюга. Он гладит очень хорошо, прям супер. И периодически шум издает, когда вырабатывает пар, по-моему, я не знаю. Вот. Поэтому пока они спят, я не могу это делать. Все, надо мне еще кушать, чем приготовить. Ну, я, короче, подумаю. То ли поспать, то ли кушать приготовить.